Ребята, ваши новые друзья звонят. Говорят, что хотят встретиться. И возражений не примут. Похоже, у нас проблема. А я думаю, они хотят устроить вечеринку для своих новых друзей. Мак прав. Ха! Скажи им, мы скоро будем. Отправляю информацию. Сейчас будет сюрприз. Сейчас. И раз. Нет, пожалуйста. О, да. Нет. Все кончено. У дома лучшие команды. Мы платим копам. Ты никогда не попадешь в гонку. Уйди, пока не поздно. Ты боишься? Столько денег, власти. А ты боишься, что не сможешь меня остановить? Я закончу эту войну, Морган. Ты меня понял? Любой ценой. У
Увидимся на старте. Эй, Раф! Вечеринка окончена. Время планировать следующий шаг. Приезжай на аэродром, когда сможешь. Джесс узнала, что на двух машинах коллекционера могут быть блокираторы. Надо решить, какую гонять. Они обе позолоченные монстры. Первая тачка — Mercedes G63. Ее перевезли в казино в даунтауне для Дня Фортуны Вэлли. Достать будет непросто. А вторая цель? Вторую машину коллекционер завтра увозит в Японию. Она будет на стенде у VIP-терминала рифта. Он там охрана наставит, туши свет. Ну, так какую будем брать? Мы хотим разозлить коллекционера, так? Предлагаю брать обе. Ладно, Марк, давай попробуем. Вот-вот начнутся фейерверки на День Фортуны Вэлли. Нельзя их пропускать. Они отвлекут врагов. Напомните, а почему эта атака Мака идет так? Ты же хотел вести Мерседес, так? А тут либо он, либо... Да-да, я знаю, просто... Талер... Если повредишь мою малышку, клянусь! Твою малышку? Да я видел, как ты на ней ради веселья старые кузовы таранил. Это другое! Раф, с системой безопасности все будет в порядке, так? Да. Я перепрограммировал код блока управления Кёнигсека в разблокирующий транслятор. Работает с любой машиной совместимой модификацией. Зови вам телефон. А по-человечески? Приложение написал. Джесс, фейерверки начались. Уже? Мак, ты сказал, будет много времени. В последний раз ты дело планируешь. Пробки не предусмотришь, Джесс. Жми давай. Это все. Машина на позиции. Джесс, давай! Держись за что-нибудь! Мак, жми! Я тебя вытащу, девочка! Моя магия сработала, Раф! Забирай его! Тачка у меня! Она просто огонь! Раф, ты там готовься! Я готов, поторопись. Эта штука привлечет много внимания. Сообщение в уходе в казино Карнивейл. Я пытаюсь добраться туда, но там пробки из-за праздника. Хороша чертовка! Лучше, чем Ригера, это точно! Я соскребу все золото и покроем атаку Мака! Только не в моем гараже. У меня приличная зрение. Мак, я с Джесс. Мы сейчас едем к VIP-терминалу Рихта.
Ребят, что-то тут не так. Насколько не так? Настолько, что тут что-то пикает под машиной. Видимо, коллекционер поставил трекер. Я попробую стряхнуть. Не получилось. Держится. Мак, давай без глупостей. Выезжай ко мне, я его сниму. У меня есть еще попытка. Только не по блестящему чистому золоту. Черт, не вышло. Макс, мы по твоему графику идем, ты помнишь? Сейчас, сейчас. Последняя попытка. Черт! Я думал, что почти. Тащи сюда твою задницу, разберемся. Раф, я прям лечу. Команда Моргана заглотила наживку. Отлично. Разберись. Мы ставим у второй машины. Привет, красотка. Вторая машина у меня. И половина копов всего города на хвосте. Ты знаешь, что делать. Объезжай город, уходи на юг. Я выгрузил Мерседес в трекер. Раф сейчас проверяет трекер. Это не трекер, Мак. Это бомба. Бомба? Но... Раф, у меня тоже пикать начала. Что делать? Подъезжай сюда, я разберусь. Встретимся там, ребята, как только от копов уйду. Черт, мое заграждение. Оторвусь от копов на стройке. Принято. Не хотел бы я быть владельцем этого ламба. Я надеюсь, пару ухабов она выдержит. Вот и все. Господи, безумие! Оффроуд на Ламборгини. Я знаю ребят, которые бы от такого с ума сошли. Ну, чтобы они понимали. Я броня 22, могу пойти. Раф, какова вероятность, ты сможешь обезвредить бомбы? 80%. Я надеялся, будет ближе к 100. Что могу? Господи боже, сколько заграждений поставили. Не волнуйся, брат, я с ним скоро разберусь. Мак! Вот машина у меня. И половина копов всего города на хвосте. Ты знаешь, что делать. Объезжай город, уходи на юг. Я загрузил Мерседес в трейлер. Раф сейчас проверяет трекер. Это не трекер, Мак. Это бомба. Бомба? Но... Я же на нем прыгал вовсю. Я же говорил, без бомбы. Черт возьми! Раф, у меня тоже пикать начала. Что делать? Подъезжай сюда. Я разберусь. Встретимся там, ребята, как только от копов уйду. Чёртово заграждение! Оторвусь от копов на стройке! Принято. Преследуем и уходим на запад. В сторону Биллионерс Роу. Машина у меня. И половина копов всего города на хвосте. Ты знаешь, что делать. Объезжай город, уходи на юг. Все, отъездился. 12, повторите. Золотистый Ламборгини.
встретимся там, ребята, как только от копов уйду. Идем на контакт. Больше не увидимся. Уже объект остановился. Я надеюсь, пару ухабов она выдержит. Принято. Нарушение. Господи, безумие! Оффроуд на Ламборгини. Я знаю ребят, которые бы от такого с ума сошли. Да чтобы они понимали. Какого таран? Ну, Тайлер, у Ламборгини тоже есть чувства. Ра, какова вероятность, что ты сможешь ими видеть бомбы? 80%. Я надеялся, будет ближе к страну. Что могу? Я сопереживаю. Господи боже, сколько заграждений поставили! Не волнуйся, брат, я с ним скоро разберусь. Мак! Вот увидишь! Мак! Атака Мака-2! Мак наносит ответный удар! Фига себе! Спасибо! Дай здесь! Мак, выводи нас из города. Мы с Тайлером обезвредим бомбы. Говорит Линкольн 1.30. Преследуем. Ха-ха! Прости, брат! Джесс, ты где? Там же помехи. Раф, ты точно сможешь им обезвредить бомбы? Ребят, не мешайте, Раф. Так, Тайлер, на счет три ты режешь синий провод. Синий провод. Хорошо. Ты насколько уверен? Берем его! Продолжаем преследование. Он вырвался. Принято. Мак, мы тут бомбу пытаемся обезвредить. А может, желтый нужен? Да. И, Мак, старайся ровно машину держать, ладно? Я делаю, что могу. Теперь нормально, я выбрал время, чтобы снова делом заняться. С утра голова болеть будет. Диспетчер, заслоны нарушителя не остановили. Направляется на север. Это... Помнишь, ты сказал, держи ров? Насколько плохая? Я не могу обезвредить бомбы. Парни, бросайте танки! Но я могу их снять! А ты уверен? Не отвечай. Адам-13, объект останавливается. Возьмем. Включаем блокиратор. Эй! Вы бомбы забрали? Да. Тогда чего вы... Эй, Мак! Сейчас будет легкий попутный ветер! Ой-ой! Мак, с бомбами разобрались!
Ну что, Раф, как там блокираторы? В Гелендвагене? Да, там был блокиратор. В Ламборгини было кое-что другое. Система автовождения. Типа искусственного интеллекта, или вроде того. Причем интегрирована в систему Кёнигсек. Я такого не видел со времен армейской лаборатории. А что с блокиратором? С ним разобраться можешь? Тут хорошие новости. Я смогу наладить защиту. Отлично. Надеюсь, мы как раз успеем на гонку.